Вот, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня проблема. Обручальное кольцо постоянно сваливается. Угу. А ну-ка, дайте-ка вашу руку. Так. Угу. Вот сейчас пальчик опухнет, и колечко соскальзывать не будет. С вас 100 рублей. Носите на здоровье. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Да-да. Пожалуйста. Спасибо, дорогая. Это что за гадость? Это кофе с пивком. Точка. Вы вчера выпили столько кофе с коньяком, я подумала, что... Кофе с пивком сегодня с утра вам будет в самый раз. Фу, блин. Я первый раз в жизни гаишник остановил. Что делать? Так, Иришечка, без паники. Значит, смотри, сейчас спокойно выходишь из машины, да? Подходишь к нему. Здороваешься, потом предлагаешь. Может быть, договоримся, окей? Я так волнуюсь. Ну ладно, тебе не волнуйся. Давай, иди, а то он тебя там уже заждался. Иди. Пойду. Давай. Естественно. Я просто недавно права получила. Я волнуюсь, извините. Может, договоримся? А за что вы меня остановили, если не секрет? Почему вы молчите? Так, стоп. Показываем, что в сумке. Опа. Столько лет работаю, первый раз вижу, чтобы сами попросили показать. Хорошо? Разрешите представить вашему вниманию уникальную коллекцию кухонной посуды фирмы Ихбенье. Только с этой посудой. Вы так, все. Давай, собирай и иди отсюда. Что значит собирай и иди отсюда? Ты же сам попросил показать-то. Так работа у меня такая, просить показывать. У меня работа показывать. Слушай, может, все-таки посмотришь, сковородочки есть, закачаешься. Не буду. Девчонки, срочно сдаем по 300 рублей на день рождения Кирилла Матвеевича. О, отлично. Девочки, на день рождения Кирилла Матвеевича сбрасываемся быстренько. Слушайте, а кто такой этот Кирилл Матвеевич? Это врач? Врач. А может, инженер. А может, даже депутат. А может, даже, не побоюсь этого слова, будущий президент. А я не знаю, кем он станет, когда вырастет. Но сейчас не важно. Главное, сейчас на день рождения сбрасываемся. Ну, вот, чуть жалко, что ли, да? Девчонки, кто не скинулся еще?
Я утку подсадную туда подсадил. Сейчас на нее дичь налетит. О, о, пошла дичь. Пошла дичь-то. Готовься. Утки, уточки, улетайте отсюда! Подлодники настоящими ружьями! Улетайте! Вот гад. Всех уток распугал. Скажи, это утки к нам подсадного охотника подсадили, точно? Хитрая утка пошла. Раньше такого не было. А где этот? А где этот гад? Здравствуйте. Доброе утро. А что так рано к нам? Понимаете, дело в том, что моя девушка еще спит. Я решил сделать ей сюрприз. Представляете, она просыпается, вокруг море цветов. И все разные, красивые. Ой, как романтично. Да. Вы мне поможете? Да, конечно, помогу. Мужики, заноси! Сюда, кладите. Спит моя зая. Представляете, проснется, а вокруг цветы, цветы, цветы. Тыщи хватит. Я пошел. Не молчи! Говори! Говори! Не беси меня лучше! Я хотел... Что ты там мямлишь? Что мямлишь? Конкретное название и больше информации! Не беси меня, пока я тебе глаза на пятки не натянул! Говори! Давайте, мне плов. Плов, люля, кебаб и чай каркаде. Прекрасно. Повторим ваш заказ. Значит, плов, люля и чай. Через 20 минут ваш заказ будет готов. Приятного отдыха. Спасибо. Послушай, Валентин, может, тебе обратно в ОМОН пойти? Нет. Ресторан моя стихия. Я тут как рыба в воде. Да. Сейчас вот заказ на кухню отнесу и приду вот эту парочку колоть. Иван Сергеевич, идите сюда. Вот наши места. Послушайте, а вы зачем меня в кино притащили? У меня же аппендицит. У вас аппендицит, а у нас анестезиолог заболел. Вы же не хотите, чтобы вас без наркоза резали? Не хочу. Ну вот, тогда смотрите кино. Я вчера с женой его смотрел. Скукотища страшная. Вы минут через 15 вырубитесь. Смотрим кино. Можно я пиво куплю, бутылочку? Нет. Маирочка, пожалуйста, ну бутылочку пива куплю, а? Андрей, я сказала, не ной. Маленькая. Обойдешься без пива. Простите, пожалуйста. Ради бога, извините. Я тут стала невольной свидетельницей вашего разговора. И знаете, ради бога, извините. Мой вам совет. Купите мужу пиво. Здрасте. С чего это вдруг? Вы понимаете, я 20 лет работаю психологом и помогаю людям с решением их проблем. И понимаете, вот какую картину я вижу в вашей ситуации. Вот смотрите, вы сейчас не купите мужу пиво. Он на вас обидится и будет дуться весь вечер. И это будет первая трещинка в ваших отношениях. Понимаете? А потом он начнет сторониться вас. Потом он будет ночевать в соседней комнате. У нас душка. Ну вот видите? А потом он будет ночевать на работе. И все. И все, понимаете, дефицит личных отношений. А дальше больше. Дальше он найдет себе другую.
и уйдет от вас к ней. А с вами останется только старость и одиночество. Все из-за чего? Господи, из-за чего? Из-за какого-то пива. Возьми себе два пива. Возьми. Нет, 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 бери три. Три. Какой тебе нравится? Возьми. Сейчас. Вот это. Да, хорошо. Алёш, а? Я это пивка возьму себе бутылочку. Пить очень хочется. Дорогой, купи себе квас, если тебе так хочется пить. Пойдем. Уважаемый, время ваше закончилось. Продлевать сауну будем? Дорогой, на улице минус 20, да? А у тебя сауна, как дома, Ташкент. У тебя сауна сидеть дешевле, чем лететь домой в Ташкент. Конечно, передолеваем. Поддать? Перебодуваем. Ириша, ты что делаешь-то? Ты зачем такую хорошую вещь полы моешь? У тебя что, тряпки, что ли, нет? Ага, ага. Сейчас буду я Шанель обычной тряпкой протирать. Я просто духи нечаянно разбила. Ну вот, не пропадать же им. Все, теперь буду вкусно пахнуть. Ну не завидуй же. Давай, там еще немножко осталось. Раздевайся, давай. Никого нет. Нечестей с табличкой здесь свои в глаза тычет, а? Ты бы написал на ней, что ты хочешь-то. Хлеба или еще что? Так ведь на образование прошу. Дядюшка, вот куплю денежек, закончу университет и напишу, что прошу на хлебушек. Так ведь неграмотный я. Подай на образование, батюшка. Коля, заходи. Сходи. Ага. Коля, ставь. Спасибо, Коля. Ну вот, Галя, тебе печатная машинка вместо компьютера. Ты чего, Сергей Иванович? Это же прошлый век. Ну и что? Зато я теперь точно буду слышать, работаешь ты или пасьянс раскладываешь, да? Вот так. Да вы чё? Тут даже одноклассников нету. Уволюсь я. Сейчас вот напечатаю на этой заявление и уволюсь. Наверное. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы ведем репортаж Зареченского ремонтного завода. И сегодня мы с вами познакомимся с уникальным человеком. Это Николай Николаевич Долголетов. Николай Николаевич уже 50 лет работает на этом заводе за этим станком. Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вам удается столько лет сохранять верность своему рабочему месту, и неужели ни разу не хотелось уйти? Да было дело, хотелось, но что-то меня тут, понимаешь,
держит. Пойдемте. Смотрите, и отца моего держала. Вот, и деда. Вот такие уникальные люди работают на этом заводе. Жуля, Жуля, я здесь! Жуля! Жуля, я здесь! Доктор, а вы уверены, что этот способ подействует вообще? Уверяю вас, это старое народное средство. Я здесь, Жуля! Сейчас у нее закружится голова, и ее начнет тошнить, и она сама отдаст ключ, который я пригласила. Жуля, я здесь, Жуля! Жуля, я здесь, Жуля! Давай, хозяйка, открывай дверь. Не надо. Так, ставьте вот так. Вот все, вот так. Вот, и еще туда. Вот туда, и вот туда. Ага, все, молодцы, отлично. Хозяйка, так это же ведь в дверь-то никто не войдет. И не выйдет. Держите. Зато этот кобель по бабам не будет бегать. Пока эти блондинки быстро в Египет съезжат. Все. Спасибо большое, мальчики. Галя, вот зачем тебе маска для ныряния? Ты плаваешь-то с трудом. Я уж не говорю про ныряние. Вот чё б ты понимал бы, а? Вот чё б ты понимал? Это маска для того, чтобы тушь у меня не потекла в воде, понятно? Ну что же мне сидит, Валя? Затем. Пожалуйста, ваш билет. Счастливого пути. Девушка, здрасте. Мне, пожалуйста, до Питера один билет. О-хо-хо. Вы знаете, а только что забрали последний билет до Питера. Забрали. Ну, вот то. Мне очень нужно, пожалуйста, придумайте что-нибудь, а? Мне очень нужно в Питер попасть сегодня. Хотя я вам хорошо заплачу. Я вас прошу. Спасибо. Держите. А что? Перцовый баллончик. Зачем он мне? Смотрите. Сейчас вот видите, вон только что, вон видите мужчину, вот он отошел. Он и забрал этот последний билет. Вы сейчас подбегаете к нему, прям баллончиком его в лицо так. И пока он будет очухиваться, вы этот билет быстренько у него и украдете. Классно придумала. Вы уверены, что это нормально? Очень. Все, машина мы готова. Как договаривались, 300 за машину, штук за посмотреть. А можно мне еще разочек капот протереть? Не проблема. Оленька, капот еще раз. Оленька талантливая у меня. Здравствуйте. Скажите, у вас есть что-нибудь от кашля? Есть очень хорошее средство. А сколько одно
стоит? 4,5 тысячи рублей. 4,5. Да вы что? Вы что, с ума сошли? Спасибо, я как-нибудь обойдусь. Ну и правильно. Я же обхожусь. Вот действительно очень дорого. Так, ну-ка, Яша, что у нас? Вот кто у нас тут, курточка. Курточка у нас, отлично. Ну-ка, давай-ка быстренько мы ее, Сейчас мы быстренько с тобой. Мужчина, а вы, кажется, перепутали шкафчик. Это наш шкафчик, и курточка наша. Да? Да. Я же тебе говорю, быстрее надо, опять не успели. Да, вы знаете, а я гляжу, она его великовато. Я думаю, что ты великовато, куртка? Он молчит, как партизан, прям ни слова. Извините, извините. Ничего, ничего. Князь Потемкин к императрице. Государня, хорошие новости. Мы побили турок и взяли крепость Очаков. Крепость – это хорошо, князь. Но где сувениры? О! Ой, чуть не запамятовал. Прости, Христа ради. Вот, матушка, магнитик Очакова. Сам выбирал, лично. Прелестно, князь, прелестно. Такого у меня еще нет. Всю Европу собрала. Чего-то экзотического не хватает. Японии войну объявить, что ли? Японии так... Японии как? Прикажешь, матушка. Ступай, голубчик, ступай. Сестра называется Кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров.